территории. Империю основали тюрки, которые пришли с территории, ну, по сути, нынешнего Казахстана. И они захватили все. Афганистан, Дели, основали вот эту огромную территорию. Моголы, потому что они себя считали потомками вот тех самых монголов, которые в свое время с Чингисханом завоевали половину мира. Когда они основали свою империю, языком элиты оставался тюркский язык. А параллельно с этим формировался язык армии. Так как армия включала в себя уже, кроме тюрок, массу других народов, армия – это орда. Ну да. И вот этот язык орды постепенно стал называться урду, который сейчас является государственным языком Пакистана, и который уже далеко отошел от тюркского. Но, тем не менее, вот именно язык военной аристократии долгое время в империи великих моголов сохранялся именно тюркский. С государственным управлением, с финансами. Например, даже такие слова, как казна или таможня. Я кто хотел сказать казна, да. Казна, таможня, это тоже тюркские слова. Которые разворовывают. Все, да, все от ордынских времен осталось. А возвращаясь к языкам, турецкому, азербайджанскому, да, к тому самому казахскому, а эти люди могут понимать друг друга? И вообще, насколько эти языки сопрягаются друг с другом? Ну, разумеется, какие-то между ними более взаимопонимаемые, чем другие. Допустим, ну, насколько я знаю, турки и азербайджанцы вполне свободно друг друга понимают. Угу. Мы знаем такие имена, как Алишер Наваи. Причем язык, который был как бы общим для тюркоязычных народов в средние века, потому что мы говорим именно про средние века, назывался тюрки. То есть тогда еще не было узбекского, казахского, туркменского и так далее. Это был такой общий тюркский.